Команда Love Radio на Алых Парусах в Санкт-Петербурге. Этот праздник не имеет аналогов во всем мире. И только сегодня для еще вчерашних школьников будут выступать самые топовые звезды нашей страны. Только сегодня по Неве пройдет фрегат под алыми парусами. И прямо сейчас у нас есть возможность узнать у вчерашних школьников, кого или что они больше всего любили в школе. Пойдем. Коля, была любимая ручка, которую крутил все время. За нее прилетала. Математику! Давай правду! Столовую! Любила физкультуру. Этот вайб школьный. В принципе, он запомнится навсегда. Учителей, наверное, хороших, которые правильно преподносят знания. Наверное, моих одноклассников. Всех сразу, прям вот всех-всех. Не всех, конечно, но многих. Кем ты себя видишь вот через несколько лет? Есть планы на жизнь? Разбогатеть на музыке, стать богатым и выступать тут же. Медиком. Медиком? Да, я на медика Такие вот замечательные истории влюбленности рассказали выпускники 2022 года. Вот и в жизни абсолютно точно так же. Ты не знаешь, где и когда настигнет тебя любовь. Самое главное не забывать любить жизнь, и она ответит тебе взаимностью. Мы любим жизнь! Мы любим музыку! Это Love Radio!